спасибо в мечети намаз, видите, есть ковры. Если иногда есть у нас такие дни, когда мы проповеди читаем, это у нас бывает в таком месяце, называется он Мухаррам, как раз, когда мы оплакиваем смерть имама Хусейна, третьего имама у шиитов. Это идет у нас 40 дней. Поэтому, когда народ много собирается, здесь могут сидеть, например, тоже люди, которые, чтобы поместиться в этой мечети. Так как вы большая группа, вы там все равно не поместитесь. Вы идете частями, смотрите и выходите. Первая группа пошла. На выход, да? Называется, нет, это называется, это у нас коровий. Колодец. Колодец. Почему коровий? Потому что вода на 25 метров глубины, именно с этого колодца собирали, корова тащила. Там как раз сейчас делали макет, очень интересно. А вообще, раз там колодец прохладно, значит, там у нас что было? Кладовка, где можно было держать продукты, то есть такие, как рис, мясо, потому что мука. Потому что у нас в этот месяц Мухаррам 40 дней, иногда люди делают такой обед. Например, обед – это что-то ты хочешь получить, хочешь получить, и взамен Богу ты что-то делаешь хорошее. Но как Богу ты не отдашь, значит, я накормлю 1000 человек, я накормлю 200. Кто сколько? На такое количество где? Они приносят подношение, это мечети. Это байран или как называют? Нет, никакого, кроме шиитов, это нет. Это байрам, это другое, это хаид, это что-то другое. У нас тоже это есть.